Что такое гестор в Испании и как его найти? Что ж такое гестор? Это профессионал в Испании, который помогает решать административные и бюрократические вопросы. Он может представлять ваши интересы перед государственными структурами и помогать вам с документами. Чем же занимается этот гестор? Друзья, например, это помощь в оформлении транспортных средств, поддержка при покупке и продаже недвижимости, помощь в ведении бизнеса, подача налоговых деклараций, управление документами и многое другое. Как же этого найти гестора? Итак, онлайн-поиск. Используйте поисковые системы и сайты отзывов для поиска гестор с хорошей репутацией в вашем регионе. Локальные организации. Обратитесь в местные бизнес-организации, ассоциации или торговые палаты. Также заходите обязательно на полезный ресурс. Это сайт, я его оставлю в описании. Это официальный сайт Ассоциации гесторов в Испании. Также, друзья, удачи в решении ваших административных вопросов в Испании с помощью профессионала. Поделитесь с другом полезной информацией и смотрите закрепленные видео.